Турции прошли испытания первой противокорабельной ракеты. Успехом закончились испытания первой созданной в Турции противокорабельной ракеты, написал глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир 4 февраля на своей странице в социальной сети Twitter. Наша первая национальная противокорабельная ракета «Атмаджа» успешно уничтожила цель с нашего национального корабля ТЖГ «Каналеада». Поздравляю всех, кто внес свой вклад. Удачи нашей геройской армии, отметил Демир. Учебный запуск, как сообщает издание «Хабарляр», прошел в провинции Синоп. Ракета точно поразила цель условного противника. За испытаниями наблюдали командующие военно-морскими силами Турции адмирал Аднан Узбал и губернатор Синопа Эрол Каромер Оглы. Ракеты «Атмаджа» придают уверенности друзьям Турции и внушают страх врагам Анкары, заявил по поводу удачного испытания Узбал. Ракета дальнего радиуса действия «Атмаджа» разработана в компании «Рокетсан» и вскоре поступит в серийное производство.